Тишина должна быть на тихой охоте. Охота на особую форму жизни. Действительно, такой порыв пойти в лес, кормить комаров, мошек, слепней, клещей, еще и энцефалитных, иначе как охотой не назовешь. Грибы не относятся ни к растениям, ни к животным. Ничего не производят, лишь потребляют, впитывая соединения тяжелых металлов и токсины. Вместе с тем, в грибах белков больше, чем в говядине и рыбе. Они содержат жировые вещества, которые усваиваются организмом человека на 95%. Но такие же показатели и смертности среди тех, кто попробовал бледную поганку. Чтобы оставаться охотником и не стать жертвой тихой охоты, грибы нужно знать в лицо. Это подосиновик. Особыми вкусовыми свойствами не обладает, зато его трудно спутать с ядовитым. Грибы – это промежуточный вид между растениями и животными. Они стоят на одном месте, но растут из грибницы, отчего и появляются на полях ровные ведьмины круги, внутри которых, согласно поверьям, резвится нечистая сила. Вероятно и то, что когда-то очень давно споры грибов были занесены на Землю упавшими астероидами. Вот такие особенности тихой охоты. Вы не любите жареных инопланетян, вы просто не умеете их готовить. Действительно, это место больше напоминает заброшенный космодром. Заросшая, но еще добротная дорога, история возникновения которой обросла легендами. Идет она по границе 61 и 62 параллелей, о чем свидетельствуют расположенные здесь специальные метки. Так на этой написано «КУГК-0919». Цифры эти ничего не значат. Это заводской номер, где была отлита эта металлическая болванка. Но зато они указаны на всех геодезических картах. Такие точки обычно являются и пунктами нивелирной высотной сети, поскольку для них, кроме координат, определяется также и высота над уровнем моря. По таким меткам можно с огромной точностью смоделировать поверхность ландшафта на определенной местности. Вышка – монументальное сооружение, как и все промышленные объекты, разбросанные здесь среди болот, что еще раз делает регион похожим на космодром. Наверное, не напрасно облюбовали это место инопланетяне-подосиновики. Сейчас это редкость увидеть в такой сохранности и такую высокую геодезическую вышку. Нужна она для того, чтобы с ее верхней площадки, пусть и в бинокль, но были бы видны две ближайшие такие же вышки. Другую метку, но уже без вышки, я нашел вот здесь, около озера Эмтур, что напрямую ровно в 4 километрах от точки 0919. Но прямых дорог здесь не бывает. Болото, однако. С цифрами понятно. Аббревиатура на метке ГУГК означает Главное управление геодезии и картографии. Сейчас эта служба преобразована в федеральное агентство. На его эмблеме такая вышка изображена на щите, который держит в лапах двуглавый орел. Нечто подобное довелось наблюдать вживую. Конечно же, это не орел и не совсем чайка. Конечно же, это халей. И никто его не любит. Ханты за то, что птица смеется над человеческим горем и перед отлетом на зимовку желает людям, чтобы многие из них ушли в Нижний мир. Охотники и рыбаки ненавидят халея за порчу рыбы в сетях, за разбой в охотничьих угодьях. Да, болото дало приют многим отверженным, которых мало кто понимает и от этого не любит. Поймут, когда прижмет. Болота – это легкие планеты. Они поглощают пыль и выделяют столько кислорода, сколько лесам и не снилось. В перенаселенных европейских государствах разрабатывают специальные меры по восстановлению болот. Заграничные ученые приезжают в 86-й регион, чтобы изучать местный опыт.
Наши предки были мудрее. Они отпугивали невеж от болот такими же невежественными байками о нечисти, которая селится в трясинах и на кочках. Чего только стоит пословица «Не ходи при болоте, черт уши обколотит». Даже восхищенный красотой Дартмурских болот английский писатель, автор записок о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойл поселил в них не злобных гоблинов, а друга человека – собаку. Собаку Баскервилей. Пожалуй, именно этот пес лучше других справлялся с задачей охраны болот. Перед выходом на болото перечитал и пересмотрел классику детектива и сходил в магазин за репеллентами. Там же наткнулся на пакетик сфагнума. Область применения этого мха обширна, как сами бескрайние болота. Его свойства используют и в медицине, и в строительстве, и в сельском хозяйстве. В магазине такой пакетик стоит около 40 рублей. Здесь же его вон сколько. А вы все нефть, нефть, баррели, баррели. Родина самой большой буквы. Человек, как и все наземные формы жизни, вышел отсюда. Прежде чем окончательно выбраться на землю, растения и животные обитали в болотах. Вместе с тем трясина затягивает не только в прямом, но и в переносном смысле. Посреди топи вдруг зазвенит в ушах, закружится голова и ноги станут ватными, хотя появляется серьезное желание бежать. Но родину нельзя предавать. Подсудное это дело. Нельзя и повреждать вот такие государственные геодезические пункты. За это предусмотрено административное наказание. Еще страшнее наказание будет, если с неба начнут сыпаться спутники со всеми этими современными системами навигации GPS и ГЛОНАСС. Вот тогда человечество по старинке пойдет по миру вдоль этих точек. Вышку, как и вот это озеро, можно назвать пограничными. По берегу водоема проходит граница Нижневартовска и одноименного района. Озеро относится к городу и удивляет, как же так произошло, что при наличии более-менее нормальной дороги жители еще не организовали здесь пляж. По берегу хоть и проходит граница, но это озеро не назвали пограничным. Рядом есть водоем с туземным именем Крым-Сым, но вот это озеро не назвали по-хантыйски. Впервые его имя я увидел 30 лет назад на старой геологической карте. Странно, на этом советском документе оно было обозначено как озеро Церковное. Почему? Еще одна загадка среди болот. Но и не такие ребусы решали. Вообще с топонимикой или наукой, изучающей географические названия, так вот с этой самой топонимикой в 86-м регионе происходят веселые вещи. Скорее всего, здесь была та же ситуация, что и при открытии Австралии. Моряки впервые увидели прыгающее животное с сумкой. Спросили у аборигенов, кто же это. На что получили ответ «кенгуру», что значит «не понимаю». Также в 86-м регионе водоемы сплошь и рядом названы йоганами и эмтерами, что с языка местных жителей переводится как «река» и «озеро» соответственно. Заброшенная дорога ведет еще к одному озеру, так у него вообще два официальных названия. Первое – Савкино, так как на его берегу был такой поселок. Второе – Долгое. Нет, Долгое – это не прилагательное, в данном случае это имя собственное, имя озера. Пространные размышления прервал местный стражник. Бурундук. И таких родственников белки 25 видов, большинство из которых обитает в Северной Америке, особенно в мультфильмах. За исключением одного, вот этого. Да, на природе дичаешь, и шутки становятся дикими. Евразийский, он же азиатский, он же сибирский бурундук. Кстати, это его обычная стойка при виде человека. Какая стойка будет при виде человека у еще одного стражника, черной гадюки, я выяснять не стал. Не от испуга, змей вообще жалко. С библейских времен их иначе как гадами и не называют. Но в лучшем случае присмыкающимися или хладнокровными. Хотя на ощупь они теплые и абсолютно не скользкие. Шкурка у них того, как хорошо выделанная замша.
Убеждаться в своих ощущениях в этот раз не стал, хотя и точно знаю, что укус гадюки не смертелен. По крайней мере, за последние 30 лет в литературе нет упоминаний о смертельных исходах. И вообще, гадюки не нападают на человека, а защищаются от него. Повернул назад по другому поводу. За спиной уже 10 километров от города, значит, сейчас они опять будут, только передо мной. А на обратной дороге еще и морожки хочется отведать. Как раз время пришло, июль. Задумался, почему после дуэли перед самой смертью Пушкин попросил принести ему морожки. Еще одна загадка. Дорогу домой среди болот думал о поэзии и о том, почему в Нижневартовске нет памятника Пушкину.